Тулик Виктор Миронович своей жизни без двухколесного железного друга не представляет. Мотоспортом он начал заниматься еще подростком, посвятил этому 30 лет. Потом в его карьере был перерыв. И вот, спустя несколько лет, Виктор снова на трассе в железном седле. Адреналин, это необъяснимо. Укротить железных коней наряду с Виктором собрались еще 100 участников. Трасса протяженностью 4 километра, несколько видов различных упражнений и призовой фонд 200 тысяч рублей. А проявить свое мастерство в мотоспорте захотели не только взрослые. В гонках принимали участие не только профессионалы, но и новички. Самому маленькому спортсмену всего лишь 5 лет. И пусть его мотоцикл тоже невелик, увести он может даже взрослого человека. Если обычно в столь раннем возрасте дети только трехколесный велосипед осваивают, то эти мальчишки катаются на настоящих мотоциклах. Здесь все по-взрослому. Та же дистанция, упражнения. Да и борьба на треке разворачивается совсем не детская. Самый маленький участник, Егор Миронович, продолжатель семейной династии мотоциклистов. И хотя на сегодняшних соревнованиях мальчик получил травму, еще раз выйти на трассу он не боится. Только я давно не катался по ним. Я не стласил. Когда вырастешь, будешь кататься на мотоцикле? Да. Проведение мотокросса в Донском уже стало доброй традицией. Тульская земля гонщиков принимает в 14-й раз. Но каждый раз и зрителей, и участников от организаторов ожидают сюрпризы. Очень просто кардинально изменился состав участников соревнований. Приехали очень сильные гонщики страны, России. Это, как мы называем, первые колеса России. Участники чемпионатов мира, серебряный призер чемпионата России, многократные чемпионы России, в прошлом чемпионы Советского Союза, то есть достаточно звездный состав. В планах организаторов привлечение большего количества участников из разных уголков страны. Ведь подобные события не только возможность спортсменам проявить себя дают, но и области славу приносят. Екатерина Селиванова, Олег Котельников, ТВ-центр Тула.